Аджай, пол нам больше не мешает. Его крепость Варшакот уязвима. Пора атаковать ее. А может, я не хочу? Так, во-первых, мне нужно закупиться. Во-вторых, мне нужно выполнить... А, бляха-муха, правда и справедливость. Где оно? Вот гнев Пейгана можно выполнить. Все остальное даже не знаю, стоит ли. Вот меньше от урона от падения нужно в этой игре стопудово. Сделаю-ка я инъекторы. Так, что там с прогрессом? 15-32. Я должен был достижение получить в этот момент. Черт, достижение! Ачивки! Все это никто мне не даст. Так. Что мне дальше-то делать? Ага, задание золотого пути. Ну или гнев Пейгана где-то тут должен быть. Точно помню. Че, нету? А, может, это какое-нибудь задание, которое только иногда появляется? Какое-нибудь такое вот. Там один конвой, гнев Пейгана надо уничтожить, ну окей. Так, мне совсем недалеко ехать. И телепорта нет. Поэтому машина! Недавно я был в Америке. Разыскал могилу Ишвари. Но не смог навестить ее после всего, что было. Когда близкие умирают, ты сожалеешь обо всех мелких ссорах. Я был там с Депорой, с Полом Харманом. Он пригласил меня домой, познакомил со своей семьей. Знаешь, он преданный муж и заботливый отец. Я завидовал ему белой завистью. Мы отправились в школу его дочери. У них там был отчетный концерт, где выступала его дорогая Эшли. Светоч его жизни. В глазах Пола стояли слезы гордости. И я подумал, а что если бы я поехал за Ишвари? И если бы это ты? Ты, запинаясь, барабанил по клавишам, а я прижимал к мокрым глазам камеру, боясь упустить момент. Запоздалые сожаления, Аджай. Все положили на нашу борьбу здоровый болт. Окей, 5 голосов одновременно и музыку, слушайте, ошибись просто. Это что, теперь современные приоритеты такие? В западных новостях пишут про... Амита, что с тобой? Думаешь, это легко? Быть. Ну все, начинается. Сейчас начнет мне мозги компостировать. Что ты нарушаешь лучшего мужика выбрал. Я настоящий воин. Поэтому котам делают кастрацию. А они видят лишь женщину. Аджа, типи. Скажи, ты селфи еще не делала, сделай, поможет. Да, не твои, иди делай селфи. Мало их столько. Это они слепы или... Или я чего-то... Не понимаю. Нет, отступают лишь слабаки. Снимись обнаженно для календаря, поможет. Помнишь чайную плантацию? Тот урожай отправили на старый кирпичный завод. Сабал приказал уничтожить все подчистую. Хочешь захватить груз? Именно. Мы думаем о будущем, а этот осел застрял в прошлом. Со мной вперед, с ним назад. Я надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Т-
титьки. Черт. Выберите здание Аниты или Сабала. А можно мне сначала закупиться? О, слушайте, миномет, давайте попробуем. О-оу. Это не я. Я ничего не трогал. Оно само. Давай, вставай с колен. Мадмуазелька. Я готов. Отлично, я рада. Нужно захватить завод Нур, но не разноси его. Он пригодится. Аджай, там охрана. Будь осторожней. Так, а ты что хочешь? Сабал, Амита все рассказала про фабрику. Что и тебе она плакалась? Рассказывала, как тяжело быть первой женщиной Золотого Пути? Устал я от нее. Надеюсь, ты не купился, брат? Героин — это смерть, сам знаешь. Убей людей Нур и взорви фабрику. Делов-то. Сабал хочет, чтобы вы уничтожили кирпичный завод в Рачане, чтобы восстановить производство опиума с классишина. Нет, продолжим. Продолжим радовать титьки. Окей. О, фак, только не говорите, что они. Окей. Телепортироваться, что ли? Да, я, пожалуй, телепортируюсь. Нахер, видимо, все дело будет здесь проходить. Я тут себе пушечку поменял. Пусть будет такая. Так, естественно, я наверх не могу забраться. Да не могу. Аджай, Амита сказала, ты с нами. Бери больше патронов. Хевельдар ждет тебя на холме. Я уже халявы столько нам... А, черт, я не взял аптечек. Ладно, насрать. Ты че, издеваешься, что ли? Еще и на холм пилить. Давай. Давай, Аджай. Еще красиво покрасил ее. По-вашему, сержант, да. На заводе стоят генераторы. Без них там нечем дышать. Уничтожь их, чтобы выкурить солдат. И постарайся не разгромить завод. И еще. Их главный химик-технолог. Он был одним из нас. Амита просит его убить. Короче. Мужик идет по пути разрушения, баба идет по пути сохранения. Так. Че, мы мясом пойдем или чё? Кирпичный завод в Рачане. Рачан. Ашан. Рашен плюс Ашан равно Рачан. Так, окей, патрулирующая машина, это вообще не круто. Плюс сигналка. Тоже не очень.
Окей. Why not? Ту-ту-ту. Я постою в укрытии. Оп-оп-оп-оп-оп! Как могли включить... Окей, не важно. Я не знаю, как они могли включить сигнализацию, видимо, там еще это было. Привет. Не, я честно таким образом не выключу. Да, здесь вот еще одно есть. Эй, собачка, привет! Вот я, чертовы генераторы! Странно, что ты их не слышишь. Они шумные. Еще бесконечные враги будут, что ли? Ой, еще один слоник, норм. Вообще я мог слонов выпустить, и они сами все бы сделали. Но мне нравится кататься на них. Два. Два, один, падлы. Да, слушайте, они здесь бесконечные. Отца, я вижу генераторы. Я их отмечу. О, спасибо большое. Норм, пусть слоник там сам сражается. Ой, мой, какой хороший. Вот сразу бы так. Отметила. Как она их видит, не знаю, но ладно, неважно. Зато, ёптыть. Ну то знаете, когда рядом с ними стоишь, нажимаешь F, когда написано, они... Они не убиваются. Зато вот телепортация просто охерительная. Ты дом у дороги, давай выключайся. Главное, чтобы зверек меня не убил. Вообще, да, вот здесь были зеленые шнуры, точнее тетки. Как это называть? Все, испарение их выкурят. Иди внутрь и убей химика. Шланги. Он не может понять, чё где. Чё? Кто? Что? Окей, сейчас войдем в лабораторию. И в стелсе пройдем по-любому. Нихера себе вы. А, окей, они застряли. Норм. Окей, меня сейчас убьют. Пока враг жив, травом боль. Зря ты вернулся в тиранки. Я думаю, не зря. Не заслужил жизни. Где он? Я хочу убить прыжком. Доза героина, прими! Проклятый ублюдок! По-моему, ты немножко заглючил. Окей. О, боже мой, эта игра. Я уже начинаю прикалываться. Что здесь происходит и что здесь?
прекрасно. Конечно же, он не мог это предвидеть. Отлично. Слушай, это же, по-моему, Punjabi MC, нет, играет сейчас. Я эту музычку знаю. По-моему, да, это, по-моему, Punjabi MC. Да-да-да, это он. А, охренеть. Зачет. Вот это зачет. О, да. Что мне делать-то? О! Отлично! Я двоих убил сейчас. Вот этот трип так трип. Иди в жопу. Теория, не гипотеза, херня не... Вот так! Круто! Это обобщенное положение, подтвержденное экспериментально. Гипотеза – непроверенная догадка. Что? Ну нет же, раз за разом их вечно путают. И все из-за теории заговора. Должно быть гипотеза заговора. Закрыто. Предположение заговора. Какого хрена? Что это? Энергия в момент смерти равна нулю и бесконечности одновременно. Это же газ. Мы живем в эпоху трубы. Может, мне еще надо заключить? Раза нужная цитата ходит по кругу, пока все идиоты не уверятся в их правдивости. Что надо сделать? Альтернативный способ какой-то есть? Может пробить дыру какой-нибудь? Может найти выход? Окей! Все намного тупее. Ты же сказала убить его. Пора уничтожить завод. Великое пламя отметит вознесение Бхадры. Сама поняла, что сказала? Мы закладываем взрывчатку. Выбирайся оттуда. What the hell? А в чем смысл? А в чем смысл разделения миссий? Вау, зашибись. Вот это меня плющит, так плющит. Охереть. У меня же FPS просел, ну или здесь, в принципе, такой FPS должен быть. Он на 29 стоит и не меняется. И ХП не отнимается, нормально. О боже мой! Хера себе их там плющит-то! Вау! Амита? Аджай, что с тобой? Фабрика в порядке? Химик мертв? Да. Да, просто... Кажется, меня вштырило. Это все дым. Неважно. Душа моя радуется.
Наконец-то мы сможем восстановить Кират. Кто бы мог дать Сабалу каплю разума, чтобы он понял? Окей! Вот это было круто! Вот таких миссий бы почаще. Ладно, наверное, что-то миссии стали нормальными быть. Перестали быть однообразными. Так, я по-прежнему, да, не могу. Купить одно улучшение для дома Гейла, что, серьезно? Блин. Даешь уже правду и справедливость. Ну, это такое бесполезное лично для меня. Здесь ключ к северу надо, здесь расплату надо. Вот, надо сопровождение выполнить. Одно. What the fuck? Где они? Где эти все сопровождения теперь? Ну вот точно видел одно где-то. Так, это не то, нет, она не, точно не здесь. Вот. В какую же жопу мне пилить теперь? Так, а где задание ближайшее? Сгоняй-ка я этот. Только он уходит от меня. Ты чё, охерела что ли? Вонючая тварь. Так, мне надо как-то перехватить его. Спасибо, подключили радио «Свободный Керан». Знаю, слышали вы или нет, но у нас тут... Нет, не слышал. Готовят прется по маскам. Типа, это его визитная... Очень надеюсь, что он не исчезнет. Мы за вами наблюдали. Пора увидеться. Дальнейшие указания по следующим координатам. Игральные карты банально. Окей. Может, говно? Как насчет говна? Какой Уиллис? Ну, идеальные формы, для только хуже. Да. Не знаю, откуда вся эта хрень берется у меня в голове. Действительно. Ubisoft, в принципе, всегда так игры и делают. Вот с такой вот хрень в голове. Нихера себе здесь, ребята, посмотрите на них. ОМГ, и чё? О, посмотрите на это! Я что-нибудь здесь соображу, думаете? Я не знаю, как это проходить, но я прошел. Ну, примерно вот так. Нажимаю все кнопочки. Он все делает автоматом. Окей. Наверное, это круто. Когда они глючат, но... Но я это сделал. Так. Осталось сопровождение. Фак, нет, я лучше телепортируюсь. Так. Пират сопровождения. Вот. Это, пожалуй, единственное... Это все, что я выполню. Вот, мне бы еще кобуру, но я хз, где найти мне медоеда. Рюкзак мне нахер не сдался. Бумажник тоже. Все остальное мне вообще не сдалось. Так, окей. Теперь надо доехать туда. Замочить этих говнюков. Не обосраться от фризов. Не повредить голосовые связки, когда я буду орать «Орел».
Вот твою мать, а! Мне насрать. Мне? На, срать. Игра посчитала то, что я решил все-таки отразить нападение. Твою мать, а! Вот твою мать, это так интересно! Я просто обосрался сейчас. Вот куда мне ехать? Вот сюда поеду. О, боже мой. Ой, тебе не хватает этого, да, там, всего того, что ты делаешь. Убиваешь по пути. Вот, еще, пожалуй, отражай нападение на аванпосты. Аванпосты. Дайте угадай, он теперь... А, окей, спасибо, наконец-то. Просралось. Вот я уверен, GTA 5 выйдет. Будет глючить на минимуме у меня, но фризить не будет. Вот уверен. Отлично, опять про говно. Хотя, знаете, этот диджей угадывает мои мысли, когда я играю в эту игру. Вот, знаете, даже специально часов 10 на пройду. Да, пройду, на пройду. На прохожу GTA 5 и выложу на канал. Специально, чтобы показать, что ничего не фризит, ничего не глючит. Вот это игры Ubisoft. Убогое говнище. Ну почему? Просто скажите, почему? Почему, когда я сажусь в машину, все начинает фризить? Вот просто вот, просто скажите. А когда я бегу, вот пешком, все нормально. Не понимаю. Нам нужны срочно боги оптимизации какие-нибудь. Сопровождать и защищать конвой с оружием необходимо для борьбы с деплером, пока конвой не берется на место назначения. Кому нужна охрана? Людям нужны стволы против деплера. У нас груз винтовок готов к отправке. Доставишь их? Отлично, это тоже было круто. Конечно, высылайте координаты. Хвала богам. Водитель ждет. Могли бы поближе его поставить, чтобы не надо было бежать. Вот опять, смотрите, опять то же самое. Только не говорите, что вас убьют сейчас. Получилось? Отлично. Быстрее, мы опаздываем. Мы укрепили верх грузовика. Залезай, поехали. Бери гранатомет, пригодится. Далеко не уходи, мало времени. Деплер демон. Он заставляет нормальных людей творить жуткие вещи. Один знакомый ушел в армию короля. Сказал Пейган, это будущее Кирата. Так, транспорт движется только если я наверху, окей. Чини прямо сверху я могу? Ладно, поехали, это даже весело, наверное. Ну какие-то веселые миссии должны быть. Кажется, там авария. Опаньки. Стоять. Верни. Мне это нужно. Так, где оно? Ждут. Подожди, видишь, надо? Хилку взять, жопа с ручкой. Я вижу. Окей. Как так? Вот так. Все норм. Так, ты можешь с дороги-то уйдешь, нет? Он казнил свою семью, потому что те отказались выращивать мак на своей ферме. Кто? Кто он? Дефлер? Пуская каждому из них пулю в лоб. Кто кого казнил? Ты про что вообще? Упоротый. Норм. Будь начеку, попробуй завести это барахло. Прорвемся через блокпост, и мы у цели. А, серьезно? Окей. Почему ремонтный инструмент недоступен во время дзы, я не знаю. Впереди блокпост. Он хорошо защищен. Впереди фриз. Умри, ребят! Вот дерьмо. Сейчас нам придется не сладко. Ты хуже, я должен уйти.
О, фак, прямо под нами бочка. Хорошо, что взял эту зеленую травку. Мне пришлось ждать два дня, чтобы вернуться и тайно похоронить мать, отца и сестру. Страшная правда в том, что будущего у Кирата нет. Да как нет? Кокаин! Другое дело! Кокаин, оружие и другая херня, вот видишь? Уже починил тебе грузовик, можно на грузовике кого-то сбить. Можно убивать кого-то при помощи гранатомета. Мне бы еще патронов сюда положить, вообще классно было бы. А, тут уже все, доехали. Чуть не сбили нахер. Почему я просто не могу с Пегином Мином затусить? Быть за него. Ну, вот я имею в виду, чтобы миссия шла дольше, а точнее, игра шла дольше 15 минут. Пошли, давай, пошли! Быстро, быстро! Быстро, быстро! Так, а что я там открыл-то себе за счет этого всего? Что-то здесь, нет? Фак, а что я открыл-то? Вот это, наверное, да? А, не, полевой хирург, да. Да-да-да. Теперь мне нужно 3 очка. А я все всрал сюда. Как дебил. Так, ну что там дальше-то? Что там с прогрессом? 16:32, то есть половину кампании я прошел. Это в жопу, это в жопу, это в жопу. Как обычно. Так. А где, собственно говоря... А, я убрал просто. Пока с Йоги и Реджи. Так, а что там дальше-то? Миссия Золотого Пути где? Где она была-то? Фак, в каком анальном проходе ты, а? Вроде больше ничего нету, да? Так, это здесь дополнительное задание. Но я так не хочу туда ехать просто, кто бы знал. Еще раз туда залезать, это так интересно. Просто обосраться. Надо гоу задание Золотого Пути выполнять. Так, где только что отметка была, чтобы телепортироваться туда? Вот это.